Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Dying Light. И как вы помните, в прошлой серии бывший госчиновник предложил им дать ему взятку. Найти печать мэра. Вот мы сейчас ее пойдем искать. Ой, как хорошо, что я зацепился. Вот это удар. Королевский удар. А, груз впереди, да? Ну-ка. Я думаю, вот так. Конечно. Пупсик! Хорошо, да? Какие конвульсии? Адовые конвульсии. А, нет, туда я не пойду. Что это за звук? Не пойму, что это за звук. Странный звук. Где? Не-н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 е. Вот. Теперь вот так. Давайте смотреть, что там. Ну, с тобой-то я сейчас разберусь. Вот так. Уберахтунг удар на квадратном метре просто разрывает всех. Туда мы не полезем. Я никак не могу запомнить здесь, что где. Ну, не только здесь, можно подумать. Я и до этого отличался хорошей памятью. О, пришли, что ли? Здорово. Видали? Все? Один удар, и башка снесена. Та-та-ра-ба-ра. Показывает наверх, друзья мои. Мы наверх запрыгнули. Еще наверх. Еще наверх. Сундук. Вот здесь, что ли, печать мэра? Да не может такого быть, это бред. Конечно, нет. Это было бы очень странно. Заходим внутрь. Так, нам, судя по всему, предстоят грандиозные разборки. И мне это нравится. Я встретился с Ихсаном. У него есть склад, но почти все полки пустые. Он рассказал мне, что где-то в городе, по слухам, есть тайник, набитый припасами. Всю правду о нем может знать только Тобит Эрдал, бывший секретарь городского совета, но, очевидно, он крепкий орешек. Может, я смогу убедить его отбросить на время свои бюрократические привычки? Нет, не смог. Ой, водичка, какая прелесть. Это он убедил тебя дать ему взятку, причем легко убедил. Ну что, здесь люди Раиса будут? Как думаете, друзья мои? Найдите печать мэра. Вниз спуститься надо, да? Ага, это в сектор 0 выход. Понятно. О, как тут все запущено. Сейчас будем разбираться. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Как тут воняет, как же тут воняет. Я надеюсь, что нам с вами хватит нашего божественного ножичка, сабли, как оно у нас там называется, мачете. Закрыто. Здравствуйте, с Новым годом вас. Давай, давай. Отсюда я туда не попаду, да? Нет, не попаду. Давай. Что это такое? Хрен его знает. Что это? Фигня какая-то. Смотрите, как он проломать все хочет, а? Я же здесь вроде все искал, нет? Не все. Что он так ее отрывает? Такое впечатление, как будто сейчас вылезет. Кто там? Где там? А. По башке. Конечно. Ресурс оружия-то экономить надо. Нафиг ты мне сдался, чтобы на тебя еще патроны тратить. Ресурс, точнее, патроны. Я ж без огнестрельного оружия. Собственно, досвидули. Луч. И так будет практически с каждым, кто посмеет мне мешать.
О, видите, да? Здесь карточка нужна. Судя по всему. Не все так просто, друзья мои. Ой, не просто, не просто. Здесь? Конечно, отодвигаем. А, мы шумели вообще-то. Давай. Так, 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 вот. Молодец, я тебя ждал. Ты великолепно подходишь под гол. Забитый таким прекрасным нападающим, как я. Здесь есть кто-нибудь? Пока не вижу. Ну, нагнетает, скажу я вам, игра нагнетает. 15 бакинских. Так. Хозяева! Есть кто-нибудь? Алевтина Дмитриева дома? О! Да что ты! Я так что-то подозреваю, что когда мы будем идти обратно, они повылазят все. Эти мадамы и месье. Что это за фонарик? Ух ты! Прям как будто сталкер сюда спускался, ну даже. Еще ниже? Да ладно, серьезно? Подождите, стоп, 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 стоп. А куда ниже? Ниже некуда, значит через лестницу только. Я думал, здесь я, может, что-то про этот, как его, просмотрел. Вставай, Крейн. Нас не уважают. Нас куда-то посылают, отправляют. Отмычка. И не хотят... Вот так, собственно. Вот так, собственно. Да. Вот так. Ледоруб в сумке. Здорово. Здесь ничего? Я бы хотел вот этих мразотышей научиться более эффективно валить, но не получается. Какой мрачный коридор, однако. Здесь огнестрел, конечно, экономит ресурс, но я не хочу его использовать. Незачем. О-о-о, здесь ничего. А спускаться нам, судя по всему, надо вот сюда. Ой, будь я здоров, спасибо. Спасибо. Кто это там зырит? Что это за луч света справа? Иди сюда. Иди сюда, родной, я тебя жду. До свидули. Сейчас я подчинюсь. Я жду тебя, я жду тебя, я жду тебя. Так, это обычные идут. Никчемные. Давайте. Смотрите. Два топора. Два топора туда влетело, и мы их сложили. Ну что ж, неплохо. Я доволен. А вы что хотите сказать, товарищи разрабы, что лифт работает? Меня радует, что он не работает. Это бы здорово усложнило понимание того, как на локации двигаться. А так, вот оно. Что это? У меня инвентарь заполнен, ладно? Офигеть. Так, военные мачете, топорик-горцы, кукри. Что это? Исключительно рабочий топорик. Угу. Ледоруб. Нафиг. Че, все еще заполнен у нас инвентарь? Охотничье мачете. А сколько у него урон? 155? Это никуда не годится вообще. Это кто? А кто это? Чё-то ну его нафиг, давайте я перестрахуюсь. Не зря меня вот этот уголок света, белого цвета, вот который я видел на карте, начал немножко напрягать. За нами кто-то следил.
Да не кто-то даже, а вот этот чувак. Топорик горца, ну-ка. Не нужен он мне, топорик горца. Короче, мы этого чувака побеждаем и забираем печать, что ли? Я чуть не уверен в этом. Вот, видите, вот он, гаденыш. А, так это обычная зомбя, что ли? Да, это обычная зомбя. А... Что происходит? Там сейчас, по-моему, кто-то придет. Нет? Никто не придет. Вон там слева кто-то есть. Погоня? Какая погоня, игра? Ты о чем? Неужели там эти сумасшедшие были? Вот эти вот, которые по ночам бегают. Подожди, сейчас используем. Что это? Отмычка. Ну такое себе, если честно. Марля. Но фиг знает. Фиг знает, что сказать. Неплохой, конечно, лут, но учитывая, что у нас есть оружка помощнее, нам эти вот топорики, которые мы забираем, ну постольку-поскольку. Нет, не здесь проход. То есть через лифт, что ли, получается? Ну да, выход через лифт. Сейчас, значит, мы забираем, срабатывает скрипт, и мы бежим влево, влево к лифту, получается. А что здесь использовать? Печать? Печать на принтере не распечатывается. И найдите печать мэра. Мы что сделали? Давайте посмотрим. Что это такое? Shangri-La Check-in System. Куча хрена узнает, что мы сделали. Это для избранных, видимо. Ага. То есть это она, что ли, наблюдает? Допустим, допустим, допустим. Хорошо. Так, лук. Ритуальный короткий меч, военная. Давайте-ка вот это сейчас посмотрим. Нет, давайте вот сюда я это кину. Это мне не... Я могу его подобрать? Нет, я не могу его подобрать. Давайте попробуем луком сейчас ее. Я просто не понимаю, на что это влияет. Вот, мы ее убили. И что? Какая погоня? Вроде ничего. Погоня отстала. Что за погоня? Удерживаем. Пластик. Не знаю, здесь не было в луке никакой необходимости. Восточный нож. Может, на лифте все-таки ехать надо. Потому что здесь подняться некуда. И не на чем. Серьезно. Хм. Инвентарь заполнил. Ладно, фиг с ним. Показывает наверх. Хм. Ну только лифт. Здесь больше мне ничего на ум не приходит. Я ничего здесь кроме лифта... Не представляю себе для того, чтобы подняться наверх. Крей, ну давай уже, ну. Ага. То есть я просто открыл дверь, да? Давай-ка. Воу, спокойно. Закроем для начала. Я думаю, он вылезет, когда мы печать найдем. А, нет, он уже вылез. Все? Да, все. Нет? Да.
Вот это то, о чем я говорил. Делаешь какую-то дополнительную опцию на холодное оружие, когда контактируешь с зомбаком, тебе тоже достается. То есть тот момент, когда ее конвульсии бьют, короче, надо в нее кидать топориками лучше всего. Вот, мне думается так. Взлом, нормально. Здесь, что ли? Интересно. Ну... Опять у меня сумасшедшие проблемы с открытием нормальных этих замков. Ну, допустим, вот так. Да, отлично. Здесь печать. Печать мэра. Нашел. Теперь спуститься надо. Отдайте печать Табиту. Ну, подожди, Табит. Сейчас мы Табиту... Сейчас мы Табиту печать отдадим. Вот туда еще надо дойти. И у меня есть очень большие сомнения, что игра нас так просто отсюда выпустит. А он наверх показывает. Это лифт, что ли, заработал? Ну-ка. Не этот, а ну-ка. Нет. Лифт не заработал. Каким образом мне нужно наверх пролезть? Только с помощью кошечки? Ну вот же показывает, лифт не работает. Ладно. Давайте посмотрим здесь. Тоже нет. Окей. Если бы я еще просто помнил, как мы сюда попали, было просто замечательно. Но я этого не помню. Сейчас он показывает вниз. Интересно. Сейчас показывает вверх. Так, давайте-ка спустимся. Может, здесь лифт есть все-таки? Вот тут есть лифт. Ну-ка. Нет. Отдайте печать Табиту. Как ее отдать? Ну, только. Где тут верхний ярус? Вот он, верхний ярус, но... Подожди, стоп. Больше ничего не надо? А, вон оно что. Это очень странно. Теперь так. А, все. То вниз, то вверх. Запутано это было, очень запутано. Но мы там неплохо полутались. Объективности ради, скажу я вам, друзья. Так, улепетываем отсюда. Да, ну да, с Крейном мы, конечно, улепетаем, ага. Это что у нас? Безопасная зона, да? Взлом? Нормально. Так. Ну-ка. Да, отлично. Инвентарь опять заполнен. Это что у нас? 181, да, он не нужен нам особо. Не хочу я так. Я хочу вот так. Чуть-чуть не попал. Удар ногой нельзя прокачать. Не вот это, а просто это когда их пинаешь. Засранцев этих. А, ну мы уж практически пришли, да? Нет, не пришли. А, да, пришли. Здорово. Что вот это было? И все? Это, наверное, игра с ума сходит, вот серьезно. О, сейчас самое интересное будет. Найти то место, через которое мы заходили. Вот где оно, хрен его знает. Я не помню, например.
Где-то здесь оно было, наверху. Надо было хоть какие-то... Да пролезь, Крейн. Особые приметы, что ли, ориентиры запомнить. Особые приметы, ориентиры бы хотя бы. Здесь? Нет, вроде не здесь. А ну-ка тут. Да, вот здесь. Опа. Почему я это не открывал? Почему я это не открывал? А где он? Алёша, это ты? Прелестно. Обещаю злоупотреблять этой печатью со всей возможной коррумпированностью, то есть изрядно. Расскажи о тайнике запасов. Разумная предосторожность. Старый город поддерживает состоятельных горожан. Они знали, что население трущоб быстро истощит свои запасы, после чего эти нищие наводнят наш район как саранча. Поэтому вы спрятали их. Бункер находится под мэрией. Я могу отследить ваш путь на чистоте городских служб. Вызовите меня, если понадобится документ из мэрии. Я буду штамповать их пачками. Здорово. Бункер под мэрией проверить? Ну давайте проверим бункер под мэрией. У нас, в принципе, времени немного, но хотя бы можно начать. Ну-ка, почему это закрыто? Аид. Аид закрыт, мне это не нравится. Ладно, Аид. Фиг с тобой. Пойдемте проверять бункер. О, здорово. Упади, пожалуйста. Молодец. Что там за шлак очередной упал? Сколько там ребят стоит? Недружественных нам, недружественных. А вот так. А вот так. Пошло отсюда. Да, свидули у бабули. Замечательно. То есть они предлагают мне во внутрянку погрузиться, да? Что здесь? А игра мне предлагает подняться наверх, наоборот. Но здесь есть какие-то люди, которые что там? Ага. Сколько их? Ну, неплохо. Повезло. Укрылся от быстрого, от сильного удара. Тебе не повезло. Давай. Ага. Что это было? Мне кто-нибудь объяснит? Это что? О, баллон. Ну ладно, я что же умею, чё? Ты думаешь, я не умею? Сейчас вот он взорвется. Короче. Так, тихо. Мы сейчас заберем это все. Да. Сдох? Да? До свидания. А, Крейн почему-то не отпрыгивает. Сейчас мы все заберем. Так. Я тебе жизнь спас. А, ну ладно, давайте, разбирайтесь. Посмотри-ка. Сдох. Кто это меня пнул?
Чего-то вас очень много, ребя, вас очень много. Вас очень много. Вот оттуда, если я кину. Так, все, давайте. Сейчас будет взрыв. Сейчас будет взрыв, да? Нет? Он живой. Горят? Так, эти сгорели. Кто это? Слушайте, ну этот груз невозможно вообще забрать. Их очень много. Крей, ну давай уже, ну. Пошли отсюда. Не то я нажал. Я хочу этот груз забрать, ну. Так. Ушли? Сейчас все равно заберем мы его. С этими-то я... С этими-то я разобрался. Он не успевает за ними. Я ж только похилился. Все. Обугленная тушка. Обугленная тушка. Ну, я думаю, вот сюда. Да вы надоели уже, ну. Да ёлки-палки, Крейн! Чё ты такой тормоз, а? Давай. Гори-гори, ясно, да, ага. Вот это плохо. Это очень плохо. Так, ну это я вижу. Ушел? Нет, или сюда идет? А так, если... Вот скотина. Сдох. Ну поднимись. Все, все. Нет, еще идут. Вот так. Все. Да ты посмотри, а. Нет. Нет. Да. Очень много. Офигеть, офигеть. В каких условиях... В каких условиях я все это добываю? Но это интересная схватка. Все, горите, мрази. Нет еще? Посмотри, а. Починились? Починились. А теперь подходим. Крейн, можно это быстрее делать, а? Мы забрали, да? Так, все, до свидули. Так. Это все хорошо. Мы очень хорошо побились. Мне прям понравилось. Я не могу сказать, что это было просто. Но груз мы забрали. Мне предлагают... Мне предлагают наверх подняться. А зачем мне подниматься наверх? И каким таким чудесным образом... Каким таким чудесным образом я должен найти бункер под мэрией? Если мне предлагают подняться наверх. Ну давай, забирай. Там еще скрипт просто... Это что? Забираем. Здесь ничего. Нет, ну, прям, это прям очень интересно. Вот серьезно.
Чтобы найти бункер под мэрией, мне нужно подняться наверх. Логика вообще зашибись. Вот мы и на месте. Да. Нормально. Бункер под мэрией. А так сходу и не увидишь. О-о-о. Проверьте бункер под мэрией. Ну пойдемте. Это опять он. Опять он не попал. Иди отсюда, алло. Иди отсюда. Ну-ка. Все, все. Дамажит меня. Мрази эти, очень сильно дамажит. Давайте посмотрим, что это хоть вообще здесь. Бункер под мэрией. По башке. И все. Экономия ресурсов в деле. Конечно, огнестрелом все это было бы в разы быстрее, но я не хочу. Вниз, да. Рано ты встал. Рано, надо было позже. Когда бы ты не вызывал у меня никаких подозрений. Тогда было бы тебе легче, и ты бы выжил бы. Выжил бы, выжил бы. Сюда? Взлом? Нормально. Так, вот так если. Кто-то пришел? Ох ты ж! Я успел. Вот так. Сдохни, мразота. А у нас-то всего 4 хилки осталось. Так, инвентарь. Аптечки надо сделать, аптечки, аптечки. 3 чертежи мне нужны. Чё я в инвентарь полез? А там нужен был ключ, да? Да, нужен был ключ. А у меня ключа нету. Вот прям серьезно. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Это я сколько? 6 сделал уже. 8. Это будет 10. Еще 2. То ли сейчас 10, то ли нет. Карта нужна. Вы слушаете? Если вы в мире, можете добыть для меня кое-что из комнаты президента городского совета? Где пропуск для хода в бункер? Ах да, пропуск. Из-за цепочки трагических событий пропуск часто менял хозяев. Насколько я знаю, сейчас он у капитана полиции Халима. Мы его убили, наверное, да? Вот у кого нужно забрать пропуск. Почему он сам не открыл бункер? К сожалению, капитан Халим больше не интересуется земными делами. Он часто бродит по Кей-стрит с другими бывшими полицейскими. Возможно, у них осталось некое ощущение братства. То есть нам сейчас нужно выходить на улицу? Я правильно понял? А вот тот, кого мы убили, полицейские. Он так и будет сюда приходить, когда мы будем выходить? Мне вот интересно очень. Вот, что здесь? Facility, recovery, architecture services. Короче, хрен его знает. Интересно вообще все это, что это. 300 баксов в банкомате. Хороший банкомат. Мы покидаем мэрию. Вообще потрясающе. Нас пнули, и нам нужно сходить, ходить и искать по городу этого полицейского. Но это уже, я думаю, мы будем делать в следующей серии. Потому что эту надо заканчивать. Раздобудьте ключ от бункера.
Ну, мы здесь, я надеюсь, в безопасности. City Hall of Haran City. Ну что, дорогие друзья, на этом серию можно закончить. Ключи от бункера мы уже раздобудем с вами потом, в следующей серии. Мне понравилась серия, интересное было приключение с печатью мэра. Такое, жопа пугающая, но было такое новое слово, жопа пугающая. Пугающая просто в моменте. Было напряженно, но мы справились, мы молодцы. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.